Этот поцелуй незнакомки с Владимиром Путиным СМИ обсуждали долго. Наш корреспондент выяснила, кто же эта отважная женщина, с которой взаимно и нежно поцеловался президент России на глазах у всех. В обычной жизни Елена Карепина – преподаватель юридических дисциплин. Работает в нескольких университетах, защитила диссертацию, практикующий специалист. Так еще успевает участвовать в общественной жизни своего родного городского округа Люберцы. В день поступления дочери в университет она загадала желание – встретить знаменитость. Но никак не ожидала, что судьба сведет ее с самим президентом страны – Владимиром Владимировичем Путиным. И как раз такой день был, я как раз была на больничном. День такой, прям все дожди были, а тут 20 июля. Навсегда запомню этот день. Значит, такое солнце было, такая погода замечательная, столько туристов на Арбате. Елена рассказала, что по пути из университета дочери заметила вереницу представительских машин в сопровождении полиции и охраны. После кортеж свернул в переулок и скрылся. Ну, мы так пока гуляли, пока, значит, там в кафе зашли. Выходим из кафе, и что-то народ толпится. А у нас, если толпится, значит, чего-то происходит. Елена и подумать не могла, по какому случаю столько зевак в центре столицы. Ну и так я, маленькая в рост, быстренько раз и вперед. А дочка у меня высокая, она стоит, там что-то думает, а я не думаю, вперед. И тут из подъезда выходит сначала Песков, потом охранники, наверное, человек 6, может 8. Вот, и Владимир Владимирович Путин. Увидев президента, все присутствующие начали аплодировать. Владимир Владимирович подошел к каждому, спросил, нравится ли туристам столица, или же просто поинтересовался, как их дела. Он тоже их приветствовал со всеми там, значит, рукопожатие было. И мне как-то что-то обидно стало, со всеми руки, всем руку жмет, а я тут стою, а нам руку. И он так повернулся ко мне, дал мне руку. Приобнял меня, мы с ним поцеловались. Вот так произошло. Неожиданно. Да, да, конечно, в щеку, не в губы же. Елена призналась, что запомнит этот поцелуй с Владимиром Владимировичем Путиным на всю жизнь. Всего хорошего. Однако самое главное для женщины – то, что она счастливая мать троих уже взрослых детей. Елена поделилась нашей съемочной группой, что в скором будущем станет бабушкой. Средняя дочь нашей героини ожидает тройняшек. Екатерина Скрижалина, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.